Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наш третий день в Америке, и мы впервые выходим на улицу. Ну, вообще выходим куда-то, потому что два дня мы сидели дома. Была ужасная жара, но мы не сидели просто так. Нас приезжал проведывать друг из Чикаго, вот, и мы два дня, в общем-то, очень хорошо зависали. А сегодня и ночью, и утром был дождь. Поэтому вот в парках и так далее везде мокро, с детками не погуляешь. Мы решили вот выбраться, оставили деток у подруги и поехать немножко по магазинам. И вот решили взять вас с собой. Мы хотим посмотреть, может быть, какие-то химикаты от одуванчиков, которые мы думали покупать, которых нет в Канаде. И так что-то по хозяйству, так просто пошопиться немного. Возьмем вас с собой. Поехали. Поехали.